Живый в помощи Вышнего в крови Бога Небесного водворится, речет Господеви, заступник мой си, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, якодой избавите от сети ловчи и от словесемя тежна, плещма своима осянитя, и под крилья Его надеешися, оружием обыдите истина Его, не убоишися от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от стряща и беса полуденного. Падет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обачи очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое. Не приедет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змея, яко на мя упова, и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое, воззовет ко мне, и услышу его, с ним есть в скорби, изму его, и прославлю его, долготую дней исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.